Друзья, всем привет! На экране вы видите Декстер уже из обновленной серии, которая несколько лет назад появилась в пользовании у мастеров, в продаже она. Вот такая вот сейчас выглядит серия X, Декстер X. X-дизайн присутствует в разных темах, даже теперь Twitter называется сеть социальная X, H, и здесь H. И вот этот шуруповерт 12-вольтовый в данном обзоре. Сюда подходит батарея 18-вольтовая, 20-вольтовая. И вообще вот у этой серии есть 20-вольтовая линейка батарей. И с 20-вольтовой батареей вот эта серия инструментов и шуруповертов, и дрелей, и аккумуляторных болгарок там, и всяких других инструментов очень шустро себя ведет. Сами инструменты достаточно как-то сделаны так приятно и крепко. Вот разглядите, посмотрите, вот так вот все выглядит. Это еще пока щеточная версия, есть такой же бесщеточный с железным патроном. Ну, похоже, они там отличаются по индексу модели немножечко. И вот такой вот он есть. Здесь одномуфтовый патрон с блокиратором. Вот смотрите, то есть его вот так вот затягиваете, все, и он прижимает оснастку очень хорошо. Не обращайте внимания на кривенькую оснастку, вот она гуляет. У нас инструмент иногда силовые нагрузки испытывает, и оснастка не выдерживает. Сами инструменты выдерживают. И поэтому вот напоминаю всем, что не самое главное классный инструмент, а самое главное классная мощная оснастка. У нас она посредственная такая, расходники, и поэтому она вот такая. Но работать можно. Вот так вот это выглядит. Это обзор такой, не рекламный, не подумайте, что это реклама. Это просто делюсь мнениями, впечатлениями об инструментах на канале. Так что подписывайтесь, показываю, какие есть функции у инструмента, нюансы. Так, на скорую руку. Вот здесь вот индикатор заряда, но здесь я не нашел кнопку, которая включает, показывает, отображает, сколько осталось заряда. Аккумулятор слайдерного типа здесь, вот так вот снимается. Здесь вот так, посадочное место, трехконтактный, но это означает, что он быстро заряжается. Вот так вот защелкивается. И самое прикольное, здесь обрезинка самого инструмента и самая пластмасса такая, АБС пластик такой мощный. У нас этот инструмент падал, ничего не разбивается, износостойкий такой. Вот это резиновые битодержатели, вот здесь, видите, уже предусмотрено. Вменяемая клавиша реверс. Трещотка прикольная. 21 позиция, да и вообще пофигу, сколько здесь позиций. Вообще нам пофиг, вот нам, мастерам, реально, кто пользуется инструментами, не рекламирует там, не барыжит ими, нам вообще пофигу, там, какая-то трещотка, там, она, сколько у нее позиций, там, да, она бывает там чувствительная, нечувствительная, но в наших делах вот бывает, что можно все это регулировать нажатием кнопки, вот, вот, чуть-чуть подогнал и все, то есть не вот так вот, да, вовсю там вдавливать саморезы, там, еще что-то, давайте покажу, как он закручивается. Ну, я вогнал без особых усилий вон туда, в глубину. Давайте с трещоткой покажу. Вот, на пятерку поставил. Пятое положение. На пятом вот так шляпка чуть-чуть углубляется. Значит, в этом шуруповерте надо ставить вот так на двоечку, чтобы она остановилась. Вот так. Вот. Как это выглядит. Ну, как у всех, две скорости, сверление тут есть. Вот, поставил сверло. Переключиться можно в режим сверления. Я не давлю. Сверление надо ставить, когда сверлишь. Не давлю. Нормальный шуруповерт. Такой стоит сколько там? 4000 рублей что ли. Приятный дизайн, приятный цвет. С такой батареей можно на высотных работах работать. Рука не устанет на потолочных. А с большой, да и с большой можно. Вот в таком кейсе он хранится. Пластиковый кейс. Все дела. Сейчас покажу, как это все внутри выглядит. Вот так вот. Закрывается, вот одна защелочка осталась, другая живодерные руки куда-то потеряли. Вот так вот все. Шуруповерт в руках у многих, поэтому
вот такая вот ситуация, что у меня нету здесь сейчас зарядки, я не знаю, где она находится, у коллег где-то. В руке лежит вообще бомбически, кстати. А, подсветка, все подсветка, да подсветка. Не понимаю, зачем все акцентируют внимание на подсветке там какой-то, да, когда все нормальные мастера имеют налобные фонарики там или прожектора с собой какие-то имеют и всегда себе подсветят. Это вот, ну, дебилизм вот так, ходить с шуруповертом, чтобы себе светить. Это жесть. На канале показывал другие декстеры, а вот этот декстер вот такого варианта. Говорят, скоро исчезнут они тоже с прилавков магазина. Так что имейте тоже в виду это. Всем пока.